Мир вам, Игнат Тихонович. Я на секунду, на минуту буквально забежал, у нас сейчас занятия будут. Я слушаю. А, понял. Я ваш Вы ролик знаете, что один. у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Я слушаю вас, давайте. Я ваш ролик посмотрел один. Там Библия стоит 28 тысяч рублей. Откуда у людей такие деньги могут быть? Так, кажется, я видел еще 36 тысяч. Это в церковной лавке. Это не наша Библия. Откуда? Это Ой-ой-ой. церковная. Она с такими картинами, такого размера и все. Ну, я просто посмотрел цену и отошел. Мне-то она зачем нужна? 28 тысяч, 4 Библии, это вот 5 тысяч одна Библия стоит, да? 36 тысяч одна Библия. Одна Библия, одна. Ой-ой-ой. Я первый И раз что такие мне... видел. Это церковная лавка. Это цены-то не мои. Это церковная. А Церковная в метрополии. вы всегда как бы, ну, экономите как бы, а вот в этот раз купили, да, этому Так человеку нет, это я 4 дня. купил простые Библии, простые, обыкновенные Библии для людей, которые. И послал ему в Ирландию. Он просил одну, а я вижу разные издания. И послал ему со своими вместе. Все равно дорого как бы. Ну, дорого, ясно дело. Одна Библия, одна. Я был в Сакраменто где-то, так это давно уже, сейчас она дороже стоит. 100 долларов, одна, 100 долларов. Простая, ни картинок там еще нету, 100 долларов. Я не знаю, я вот за 600 рублей купил там, ну, 77 книг обычные. Ну все, я вам ответил на вопрос, ответил. Так еще что? Это не мои цены, это я это брал в церковной лавке Метрополии. В одном здании они находятся. Проспект Ленина, город Барнаул. И сколько там одна Библия стоит? Ну, я сейчас не знаю, кажется, 36 тысяч. Не, вот вы-то покупали, которая. Которые, ну, эти дешевле, это обыкновенная цена. Обыкновенная цена. Да. То есть, ни запредельного ничего там нету. Вот у нас Тысяч. трехтомник, вот у меня, который Новый Завет мы выпустили, 3 тысячи. Так там 240 цветных листов, страниц. Игнат Тихонович, вот ваш трехтомник, понятно, за что там, 3 тысячи, а там-то вот, Ну я не за буду. что? Все, вопрос снят. От меня это не зависит. Я еще раз сказал, это цены не мои, патриархийные. Ну не бери, проходи мимо. Зачем на это Да. смотреть-то? Ну, вот мне просто интересно, сколько в храме книга стоит Библия? Ну и сейчас не знаю я. Надо идти спрашивать. Она Библия, Библия разница. Но во всяком Получается, вы... случае, совершенно нормальная. Нормально там 700, 800, 900, там разные вот такие. 700-то, кажется, нету, там дороже. А Вот как же у вас там, у как же у нас вас так трех получилось? это для слова Божьего нету 752 страницы, у меня книга ламинированная, 700 рублей. А как же у вас так получилось, там 28 тысяч вот эти У набежало? меня это не мое, еще раз говорю, это в патриархийном магазине. Ну вот 700 рублей, вы говорите, книга. Ну, одна книга-то, одна 700, которую берешь, такая, которой ни картинок, ничего нету. Вот сейчас Златоуста выпускают, выпустили Иоанна Златоуста, можно купить за 8,5 тысяч рублей. Полный Златоуст, 12 томов. Но газета как... Ну она там, она будет в кожном переплете, с золотым обрезом Ну там, да, в ну да, правда. коробочке. Я говорю, Златоуста купили вот сейчас, он как на газетной бумаге. Как на газетной. А мне подарили в Нью-Йорке. Она итальянского издания, там мощнейшая такая. Я и цены ей не знаю. 12 томов мне подарили. Кондратюк, архимандрит Арсений. Сколько она стоит? Я вот в магазин как-то ходил и никак не могу прицениться, сколько стоит. Потому что цены эти уже установлены у нас были где-то лет, наверное, 10 назад. А Сегодня... человек-то вообще понял, за что он отдал деньги-то, 28 тысяч? А кто он отдал? Кто отдал? Никто не отдал. А кто отдал? Вот этот вот, грузин-то вот этот. Ничего не отдал. Вообще грузин-то почему интересует, а не магазин? Вам-то какое дело до него? Просто я увидел такую сумму, у меня просто вообще волосы на голове Ну дыбом а встали. мало чего увидел. Я вам говорю, что одна Библия простая без всего. Это было в 92-м году, а сейчас цены там раза в два дороже. 100 долларов. 100 долларов. Но это она какая? В кожном переплете, что ли, Никакого какая-то? кожаного. Обыкновенная просто Библия, как обыкновенная книга.
Никакого Вот пошлина. я купил недавно 600 рублей. Я говорю, в Сакраменто, Америка, в Америке, в Америке. А вы в Америке, что ли, покупали? Ну, конечно. В Америке, нет, вот которые говорю, отправляли. Сакраменто. Которые отправляли, вы в Америке да покупали? Зачем отправляли? Ты, когда я был в 92-м году, вот вы не слышите или еще? В 92-м году я был в Америке, и мне одну Библию достали, она $100 стоила. Сейчас, конечно, она больше, потому что падает. Нет, у вас вот сейчас ролик, когда вы грузину отправляли, 4 Библии, 3 Новых Завета вам зачем и это еще. Считать чужое? То опять же говорю, вам-то какая разница, сколько чего? Я вам ответил уже 5 раз. Нет, ну просто вы всегда как задешевле, ну, подешевле там. Так, разговор окончен. Я вам ответил. Вам ни до грузина, ни до кого дела нет. Вам Библию достать надо. Купите ее. Зачем, я купил уже. Зачем вам лезть это? На базаре кто чем торгует-то? Вы спрашиваете, я вам ответил. Я понял. Ну просто вы всегда как бы не ну, надо, подешевле ничего, там. Нет. Вы запомните, что книга 1000 экземпляров, и из них 700 с лишним я подарил даром. Почему вы этого внимания не берете? Я подарил на 35 миллионов рублей. Почему это глаза застило вам? А тем более, которые сейчас деньги берут, я даже в руки не беру деньги. Мы идем, когда деньги поступают, со мной многодетный идет, и с паспорта у меня берут, я даже отпечатки моих нет на пальцах. Чего я вынужден вам объяснять эту? Я ни копейки не беру нигде. Первый раз с меня видите. Посылки прислали, я ее не могу утащить даже. Едем на машине, они получают, кто с меня привез, я только расписался и пошел домой. Я ни одной посылки не получаю, посылки идут. Ни одного рубля, ни одного цента не взял. Что вы просто, считаете? Знаете, что? Вы мои деньги не считаете. Их никто не считает. Да я-то не считаю. Просто слушай, многие подумают. Слушай, Никита, 1000 экземпляров, из них у меня больше 700 даром подарено. Неужели непонятно? Непонятно, что еще непонятно? Знаете, почему у меня так вот вопрос созрел? Вот я недавно буквально за 600 рублей купил. А тут смотрю, 28 тысяч за 4 Библии. Я еще библии. Раз говорю, 36 тысяч Библия стоит одна. Не, ну она 28 там 28 тысяч никто не просил там нигде. Тем более мне ни рубля не идет никуда. Вам зачем это? Вы суть дела-то не знаете. Я вынужден вам говорить. У меня сейчас 4 тома издать стихов надо. Я пошел, это за 2,5 миллиона. У меня нету, так и засохло. Сегодня нет. Не подступиться нельзя. Почему? Потому что здесь комбинаты уничтожили. Китай дал теперь красную дорогу им, и они теперь продают, лес-то берут здесь, по любой цене бумага. Они мне показали, ну так и сходится. 2,5 миллиона, готовь. А я что возьму? Я отступился. Я издавал-то разве на свои деньги. У меня ничего нет от этого, абсолютно ничего нету. Даже когда получаю деньги, вот, допустим, я получил от него, они это уже знают. Я не прикасаюсь даже к деньгам. Мне их дают там, где в кассе, и тут же, кто приехал со мной, они забирают, я рукой не прикасаюсь к ним. Что вам непонятно-то? Ни к одной копейке я не прикасаюсь, у меня нет ничего. Не, а просто такой идет? Вопрос. Я вам ответил. Я ответил могут вам. Вообще Библии? Вы вынуждены могут мне говорить. Ну не Библия, я продал валенки старые за миллион. Но я к нему не прикоснулся. Четверо дети остались сироты. Я их снабжаю питанием, деньгами. Вам что это нужно говорить, до суда Божия? Но я к этому добавлю, там и там, чем даю, там мое его нет ничего. Это кто-то помог. С Украины приехали сейчас, мы сразу снабжаем их продуктами, деньгами. Целый караван собрали, там в Донбасс поехали машины. А вы считаете, сгорели в Белоруссии, сгорел там дом. Тут же мы деньги собрали, помощь чтобы построили. Вы можете кому-то говорить. Вы просто качественно все проповедуете. Все, не надо. Я ответил, за мной нет ничего. Под меня копать бесполезно. Меня КГБ проверяло, да прабабушки ничего нигде нету. У меня нету. Дурак с большой буквы. Столько переделал, 50 лет собирал материал, издал книги и все раздал даром. Что непонятно-то? Да никто не копает. Вокруг, только я покупал, только вокруг нашего села 30 тысяч домов посетили. По краю-то. Это все бесплатно. И везде дали Евангелие. И что, вот этот грузин не отдал деньги, да? Ничего я не получал, ни копейки. Я ему написал, если денег нет, ничего не высылайте. А вы меня раздеваете. Ни копейки я не получал, нету, ничего нету.
Мне отвечать не за что. Я 45 лет начальник детского лагеря, тысячи детей, и ни копейки нигде у меня нету. Нет, я должен где-то достать, накормить. 45 лет. Обслуга должна быть. Подумать, что зимой у них будет. Это все на мне лежало. И ни копейки нигде нету. Вот как Бог делает. Да просто люди могут подумать, что вы где-то лукавите. А мне не надо. Кроме вас никто это не подумал. Вы один такой. Никто не подумает. Меня знают. Я, знаете, почему так подумал? Я Библию купил за 600 рублей, я тут смотрю. Вы повторяете 5 раз уже, нет, не надо, у меня времени нет. Нет, я вам объяснил, почему я так... У нас занятие, до свидания. Все.